Эй, Патрик, ты знаешь, что Сквидвард играет с очком Сенди своими тентаклями за 100 рублей? Да ну серьезно! Это звучит довольно странно. А может быть, Сквидвард просто нашел очко Сенди и решил пошутить над ней? Не думаю, что это просто шутка. Ведь за это он берет 100 рублей. Да ладно, Боб, кто будет платить ему 100 рублей только за игру с очком? Может быть, Сквидвард просто хочет показать свои навыки и игры? Ну, возможно, но как-то странно. Может быть, Сквидвард просто не привык проигрывать и хочет показать, что он лучший? Честно говоря, Боб, я не думаю, что Сквидвард такой спортивный. Возможно, он просто хочет нажиться на деньги. Не могу сказать наверняка, но я думаю, что Сквидвард просто хочет получить удовольствие от игры с очком. Ведь он всегда был весьма любопытным. Ну, может быть. Но я все равно не представляю себе, кто будет добровольно платить 100 рублей за такую игру. Может быть, Сквидвард нашел очко и хочет его продать. Не думаю, что он такой меркантильный. Возможно, игра с очком Сенди для него стала смыслом жизни, и он готов платить любые деньги за это удовольствие. Может быть, Сквидвард такой одержимый игрой, что он готов идти на любые жертвы, чтобы продолжать играть с очком. Но все равно зачем кому-то 100 рублей за это? Я думаю, для Сквидварда это не столько деньги, сколько возможность наслаждаться игрой с очком. Он просто не может жить без этого. Ну, если это так важно для него, то пусть играет. Но я бы все-таки предложил Сквидварду найти другое занятие, которое бы доставляло ему радость и не требовало бы платы. Например, заниматься рисованием или музыкой. Кто знает, может быть, это ему понравится больше. Да, может быть, ты прав, Патрик. Возможно, Сквидвард просто не нашел свое истинное призвание и пока забивает на деньги, играя с очком. Надо помочь ему найти что-то, что действительно будет ему по душе.